Привет, привет. Наконец-то мы нашли квартиру в долгосрочную аренду. Идем смотреть Синтру. Всем привет, я Елена Голан, добро пожаловать ко мне в гости на канал. В сегодняшнем видео я решила вас немного отвлечь от новостей и показать вам солнечную красивую Португалию. Сегодняшнее видео — это что-то среднее, гибрид между влогом, в котором я вам расскажу, как я устроилась в Португалии, мы с вами съездим в гости к моей маме, и что-то среднее между неделей образов Елены Голан. Очень надеюсь, что вам такое видео понравится. Я хочу с высокой ноты. Я сегодня весь день работала дома. Кстати, о квартире тоже будем в сегодняшнем видео говорить. Так вот, весь день работала дома и чуть раньше освободилась, и мы всей семьей приехали в Синтру. Синтра — это один из самых красивых и древних городов, вообще считается всей Европы, ну, как Португалии, как минимум, так точно. Так точно, как минимум, я думаю, вы поняли. Так вот, приехали в Синтру, сейчас я вам быстро покажу несколько красивейших видов самой Синтры. Она находится на холмах, и здесь очень скользкая брусчатка, соответственно, когда я сюда собираюсь, я надеваю спортивные сандали. Ну и заодно сейчас покажу вам свой аутфит. Итак, на мне вы видите широченные, но очень удобные брюки и кос. Покупала их буквально недавно, но вы знаете, как всегда, мой инфобокс к вашим услугам. Все, что вы увидите в сегодняшнем видео, все вещи залинкованы в инфобоксе. Итак, широченные удобные брюки кос. Я их, кстати, покупала с идеей продолжать носить осенью. Итак, широкие брюки кос, укороченный топ на одно плечо Zara, сумочка из моих старых запасов Каперни. Мне очень нравится, что у топа полуовальные вырезы, которые перекликаются с овальной формой сумки, и даже по этой же причине я и выбрала сегодня круглые очки. И, конечно же, классное сочетание цветов, бутылочно-зеленый и вот такой фуксийно-розовый. Про сандали я вам уже сказала. И тут маленький дисклеймер, очень много комментариев о том, как я держу себя в форме. На самом деле это больная тема, потому что никак я себя не держу в форме. Единственное, что меня спасает, вот честно признаюсь, да, это хорошая генетика. И то, что все-таки вот последнее время я много занималась спортом, наверное, оно имеет какой-то такой долгосрочный эффект. Из-за состояния постоянной тревоги, стресса я заедаю, знаете, девочки, вот просто постоянно рука тянется к холодильнику, все время что-то ем, уже поправилась, я думаю, что где-то на килограмма 4, ну, слава богу, у меня здесь нет весов. В общем, да, наверное, вы видите по некоторым нюансам, что уже есть какие-то запасы, но, знаете, я сейчас себе разрешила вот такой образ жизни вести, потому что, ну, наверное, это надо, каждый справляется по-своему. Ну, сейчас не об этом, идем смотреть Синтру. Я знаю, что вы очень ждете видео об осенней моде, но я вам обещаю, следующее видео у меня на канале будет как раз видео о трендах на осень. Ну и пока у нас еще, ну, практически целый месяц лета, все-таки хочется не забегать вперед. В сегодняшнем видео много вдохновения летнего стиля и обычных разговоров по душам. Не переключайтесь и... Да, наконец-то мы нашли квартиру в долгосрочную аренду, и наши скитания... Надеюсь, что на ближайшее время закончились. Те, кто сталкивался с подобного рода ситуациями в Европе, знают, что здесь или ты снимаешь квартиру в краткосрочную аренду через Airbnb по завышенным, скажем так, мягко ценам, или ты подписываешь долгосрочный контракт через агентство недвижимости, но там сроки минимум 1 год. Мы подписали контракт на годовую аренду квартиры. Мы выбрали один из самых классных районов Португалии. Это маленький город Кашкайш. В целом здесь и климат, и обстановка, и архитектура, и атмосфера города очень приятная. И мне нравится, что они в некотором смысле созвучны моей родной Одессе, потому что это тоже маленький город у моря. И здесь такая полукурортная, ну, скажем, такая атмосфера, полукурортная атмосфера.
Не знаю, насколько вам это интересно. Если есть такой запрос, напишите в комментариях, снять отдельный рум-тур, что ли, что-то в этом роде по поводу квартиры. Квартира очень маленькая, но нам повезло, что она полностью меблированная, потому что, опять же, когда в Европе снимаешь квартиры в долгосрочную аренду, они практически всегда абсолютно пустые. То есть тебе еще нужно ехать в Икею и практически с нуля покупать чуть ли не матрасы, ножи, тарелки и так далее. Нам повезло, мы нашли полностью меблированную квартиру. Еще раз повторюсь, она очень маленькая, уютная, но в самом таком хорошем и приятном месте для жизни в Португалии. Я сегодня весь день работала дома. Через 15 минут у меня Zoom-встреча с клиентом. Буду презентовать капсулу клиенту. Ну а пока что покажу вам быстренько свой аутфит. Итак, на мне надета юбка манго. Вы ее уже видели в одном из моих видео. Футболка Pull&Bear, кажется, если я не ошибаюсь. Купила недавно, буквально просто пробегая мимо магазина, просто чтобы иметь какую-то дополнительную опцию на жаркое лето. Сейчас я вам показываю образ целиком, с сумкой, с обувью. Примерно вот такой образ у меня складывается, тоже очень расслабленный, очень удобный, но в то же время достаточно дерзкий, потому что здесь есть такой элемент миксования принтов. На самом деле большая часть моих будней сейчас проходит именно в таком формате. Я сижу дома за обеденным столом, это оборудовало здесь свое рабочее место, ноутбук, да, все время какие-то закуски. Вообще полгода назад сказать, что я буду все время что-то жевать, я бы не поверила, потому что я была одним из тех людей, которые, знаете, всегда дисциплина вперед, правильное питание, 3 раза в неделю спорт. Ну, в общем, вы знаете, те, кто следил за мной в Instagram Stories, знают, насколько я вот правильно выстроила свою жизнь, но не сейчас. Все время что-то жую. Как я уже сказала, не ругаю себя за это, просто понимаю, что у каждого свой способ борьбы с тревогой. Я все жду, что наконец-то придет какой-то внутренний ресурс для того, чтобы снова вернуться в рамки дисциплины. Ну, пока что все время жую, да и ладно. Итак, работаю сейчас, скоро у меня будет, как я уже сказала, Zoom-встреча с клиентом. Кстати, здесь хотела сделать вам объявление, если вы давно хотели заказать Елену Галан как своего личного стилиста, у меня открылось окошко на конец августа и начало сентября. Если вам интересно заказать услугу «Карта стиля» или капсулу на осенний гардероб, капсулу на осенний сезон, в верхней части инфобокса мой email, напишите туда запрос, и мой ассистент вам ответит по возможным вариантам, как я могу быть вам полезной. Все, я на сегодняшний день буду с вами прощаться, точнее, на сегодняшний день, не переключайтесь, дальше будет следующий день и следующий аутфит. Я убегаю на Zoom-встречу с клиентом, увидимся в следующем дне. Сегодня я проснулась и увидела, что будет жаркий, но очень ветреный день. На самом деле в Португалии оказалось не так жарко, как я ожидала. То есть я думала, что к августу здесь будет около 40 градусов жары, что-то в этом роде. Но то место, где мы живем, Кашкайш, это самая западная точка Европы. Здесь буквально 10 минут до мыса Рок. Соответственно, холодные ветра Атлантического Атлантического океана охлаждают это побережье. И здесь всегда, скажем так, примерно на 3-4 градуса холоднее, чем даже в том же Лиссабоне. То есть летом здесь намного приятнее. На мне сегодня вы видите комбинезон бренда COS. Покупала буквально неделю назад. Это была моя первая онлайн-покупка здесь, онлайн-оформленный заказ. А я искала вот что-то такое, чтобы было на легких тонких бретельках. У меня до этого было несколько подобных комбинезонов. То есть я знала, что я люблю и ношу такое изделие. Тем более нейтральный черный цвет. А невесомые бретельки, полуоткрытая спина обеспечивают вот это вот ощущение ветерка. Я не ношу летом шорты, короткие шорты, это для меня мое личное табу, у меня есть там свои тараканчики на эту тему, поэтому я даже в жаркие дни выбираю что-то подлиннее, но достаточно широкое, для того, чтобы ветер везде мог гулять, и для того, чтобы, ну вот, не ощущалась вот эта вот парилка, да, когда брюки облегают, прилипают, в общем. Всегда летом выбираю что-то очень свободное, струящееся, тем более это натуральный материал. Дальше вы на мне видите сандали на плоском ходу, Луэва, они со мной уже, не знаю, года 4, наверное, очень их люблю, потому что это хорошая, работающая, нейтральная база. Найду вам в качестве ссылок в инфобоксе что-то очень похожее. Удобная, вместительная сумка Bottega Veneta, просто потому что мне надо было много с собой взять документов, и вот согласитесь, вот этот вот факт, что ее можно закинуть на плечо, очень облегчает ощущение груза.
Дальше хочу вам показать ожерелье грузинского бренда Hoshtrick. Оно уже тоже давно со мной, вы часто его видели в моих видео. Но хочу вам рассказать о том, что есть украинский бренд Brua. Наверное, вы вспоминаете, у меня очень много перстней в серебре от этого бренда. Ношу последний год, кажется. И вот я недавно увидела у них в инстаграм-страничке, что у них есть похожее ожерелье, так что с удовольствием оставлю на них ссылку в инфобоксе. Тем более, если я не ошибаюсь, они доставляют по всему миру. И решила уйти полностью вот это ощущение южного такого средиземноморского стиля. Надела платок, косынку на голову. Теперь будем засекать, насколько мне хватит терпения ее поправлять, потому что сегодня у меня выпрямленные волосы, соответственно, шелковистые, с них косынка сползает. У меня нет на голове ни обруча, ни невидимок, чтобы зафиксировать. Ну, в общем, посмотрим, насколько мне хватит терпения. Ну, даже если она сползет, ничего страшного, я думаю, тоже будет очень симпатично. И все. Еще раз вам показываю образ, что это я так разогналась словесным таким поносом длинным. В общем, надеюсь, образ вам понравился, а я побежала по своим делам. А теперь рубрика «Инстаграм против реальности». Ну, на самом деле, мне хватило буквально на полчасика поправлять косынку, потом мне это надоело, я ее сняла, завязала жгутом и повязала как просто второе ожерелье. И вот она, правда жизни, рассказываю вам все секреты. Да, вот она, сменка. На самом деле здесь очень скользкие тротуары, и когда я знаю, что мне придется очень много ходить, я всегда в машину забрасываю вот эти сандалии Teva. Это спортивные сандалии, они просто мега удобные. Здесь толстая, мягкая такая, как резиновая подошва, в них идешь, как на батуте подпрыгиваешь. Ну и, конечно же, самое главное, они не скользкие, они такие резиновые. В общем, вот она, правда жизни. Это кладем до лучших времен, сумочку в мешочек специальный, и, в общем, я побежала оформлять документы дальше. И, кстати, куда я бегу? Наверное, вы знаете, что в Европе, когда берешь квартиру долгосрочно, ты на себя сам все оформляешь. Платежи за газ, за воду, за интернет. В общем, ты все должен переоформить на себя. Кашкайш, в центре Кашкайш, это, ну, скажем так, как это правильно сказать, сервисный центр, городской сервисный центр. В одном месте ты берешь билетик и все, оформляешь все договора на себя. Мы это сделали еще месяц назад, когда нашли квартиру долгосрочную, но возникли некоторые бюрократические вопросы. В общем, мне опять снова нужно идти сюда, брать билетик, стоять в очереди, выяснять, почему фамилия не та в указанном счете, адрес не тот. Ну, в общем, несколько бюрократических нюансов, ничего страшного, справимся. Фух. Итак, сегодня мы с вами отправляемся к моей маме. Она живет в соседнем городе, он называется Карнаксид. Это город, который чуть ближе к Лиссабону. От меня до нее примерно 30 минут. Но по шоссе, честно говоря, я до сих пор так немного нервничаю ездить здесь по шоссе. Ну, ничего, справлюсь. Так вот, еду я к маме, потому что мне надо заплатить налоги. Моя бухгалтер сейчас не имеет физической возможности работать, потому что, к сожалению, далеко не все имеют прям вот физическую возможность продолжать работать, поэтому мне нужно справиться с этой задачей самостоятельно. И тут я вспомнила, что у меня мама профессиональный бухгалтер, она главный бухгалтер большого предприятия, всю жизнь работала бухгалтером. В общем, надеюсь, она мне поможет справиться, потому что я считаю, что в данное время особенно обязательно важно продолжать платить налоги и зарплату своей команде. Моя команда осталась в Одессе, поэтому пытаюсь по максимуму работать для того, чтобы продолжать платить и налоги, и зарплату. Хотя, конечно, в данное время это не так уж легко делать. Ну, в общем, думаю, что справимся. Я отправляюсь к своей маме и надеюсь, что получится показать вам ее аутфит, свой аутфит. Да, кстати, пока не забыла, действительно, давайте сейчас проговорю свой аутфит. Итак, что на мне надето? Полностью комплект от Манго. Вы его видели в моем видео «Лучшие и худшие находки на скидках». Длинная макси, сатиновая юбка в горошек. Очень трендовая и при этом очень удобная, комфортная. Сверху принтованный топ Манго. Мне очень нравится, как в совершенно неожиданной яркой форме складываются два принта. Сейчас меня особенно тянет вот на максимально такие смелые, скажем так, сочетания.
И, честно говоря, вот такой комплект, наверное, один из самых часто надеваемых, если на улице не слишком жарко, потому что топ все-таки такой, он как плетенный. Ой, у меня тут хвостики торчат, только сейчас увидела. Надо будет их спрятать. Да, и продолжая тему, я надела летний берет, он как будто бы из плетеной рафии. Очень такой стилистический классный трюк. Опять же, не знаю, надолго ли меня хватит, но вроде бы сегодня не слишком ветрено, то есть я думаю, что он держаться будет. И большая вместительная сумка Bottega Veneta, просто потому что мне очень много нужно с собой взять. Я взяла с собой ноутбук, микрофоны, штатив. В общем, очень много всего вместительного. Точнее, очень много нужно было с собой взять, поэтому и вместительная сумка. И удобные сандали на плоском ходу. Loewe, вы их уже часто видели, они со мной уже давно. Оставлю все ссылки в инфобоксе, ну и, конечно же, продублирую какие-то интересные аналоги. А я поехала. Мамуля, привет! Привет, привет, привет! Привет, моя хорошая! Идем платить налоги. Это святое. Это святое. Да, надо, потому что плохо спится. Все, идем. Так, налоги мы заплатили, даже некоторые налоги наперед заплатили. Осталось еще рассчитаться с отчетами, ну, это завтра мы разберемся, а мы идем на заслуженный ужин. И сейчас я, кстати, покажу маме на аутфит, потому что там, как всегда, есть что рассмотреть. Очень завораживает, знаешь, и вот хочется смотреть. Так, хочу вам показать мамин аутфит. Так, рассказывай, что за брючки удобные такие? Это... Да-да-да, здесь ускорение идет. Да-д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 а. Это я сказала, ветра нет. Да. Ну, в общем, я напишу сверху по экрану. Нет, смотри. Ойша! Ойша. Ойша, да, наконец-то. Да. Рубашечка тоже, наверное, примерно откуда-то. Оттуда. Оттуда же, тоже ойша. Это другая коллекция уже. Окей, моя любимая сумочка Arket, обожаю ее, вы ее уже видели в моих аутфитах. А, вот, и мой образ вы уже тоже видели, по крайней мере, я вам его уже проболтала. И мы, наконец-то, идем ужинать. Надеемся, что идем. Все будет открыто. Идем искать. Скажу вам доброе утро, хотя наверняка у вас сейчас вечер, но в любом случае, сегодня у меня планируется очень долгий рабочий день, у меня несколько зум-встреч, одна сдача карты стиля, сдача гардероба, капсульного гардероба на сезон, в общем, очень много работы, я буду весь день сидеть дома, в связи с этим я решила себя с утра побаловать, и мы с Булкой, на утренней прогулке с Булкой пришли в кафе у океана, просто для того, чтобы выпить кофе, вздохнуть полной грудью свежего воздуха и набраться сил. На самом деле, одеваясь сегодня утром, я особенно долго не думала, так как это все-таки утренняя прогулка с собакой, но так как у нас с вами полувлог, полунеделя образов, так что решила быть честной до самого конца и так показываю аутфит, как он есть. На мне вы видите брюки украинского бренда My Two Clothing, а очень удобные, легкие, летние. Вы, наверное, видели этот комплект у меня в Reels, в Instagram. Кстати, если вы вдруг пропустили, посмотрите этот Instagram Reels, очень интересный получился. Так вот, брюки, укороченный нейтральный черный топ, и я решила, что мне мало акцентов, поэтому добавила еще зеленую рубашку H&M. Рубашка достаточно плотная, по утрам здесь достаточно прохладно, и такой прохладный ветерок гуляет, поэтому хочется как-то прикрыть плечи. И очень удобная, комфортная сумочка для айфона, которую я практически каждое утро надеваю на прогулку с Булкой. Покупала я ее год назад на канадском сайте Sense, не помню название бренда, но в любом случае, конечно же, оставлю все ссылки в инфобоксе и попробую вам найти альтернативные опции. Все, я пошла пить свой кофе, а мы с вами увидимся в следующем дне. Сегодня я решила одеться чуточку нарядней, потому что ко мне пришла посылка из Украины. Моя подруга Инна Грицек, наверное, вы ее знаете, это украинский стилист, блогер, дизайнер. У нее есть свой бренд Inly. И, наконец-то, у нее получилось выпустить новую коллекцию, новый дроп. Это небольшая маленькая камерная коллекция. И она, конечно же, сразу порадовала меня посылкой. Итак, на мне вы сейчас видите вещи из ее новой коллекции. На самом деле их намного больше. Но вот первое, что мне захотелось выгулять, это вот в таком бельевом классическом стиле юбка из тяжелого, хорошего, добротного сатина.
и удлиненный топ на широких бретельках. Удобно, что можно надеть под него любой бюстгальтер. Кстати, тот самый H&M, который вы видели в моем Reels про как по-разному завязать платки. И, наверное, самый главный вопрос был совершенно не про платок, а про бюстгальтер. Да, оставлю ссылку на него в инфобоксе. Возвращаемся к комплекту. Есть несколько разных вариантов по расцветке, но я выбрала вот такую золотисто-шоколадную юбку, потому что именно такого цвета у меня еще не было в моей маленькой коллекции. И мне очень нравится, как сочетается этот цвет с моей винтажной сумкой Celine Classic Bag. Это два затемненных цвета, у них примерно одинаковая пониженная, скажем так, да, светимость, и поэтому образ хорошо в целом смотрится, потому что есть некоторая созвучность. Дальше на мне вы видите винтажную подвеску тоже Celine, и тут я решила схитрить, вспомнить свои любимые вот эти вот хитрости, как что-то использовать не по главной функции. Итак, я взяла подвеску, которую я использую для очков. Знаете, вот такая классическая некогда модная трендовая подвеска для очков. Срезала силиконовые вот эти вот крючки, которые цепляются к дужкам очков, и у меня получилась новая цепочка для подвески. Мне нравится, как эта цепочка теперь перекликается с сумкой, опять же, некоторая законченность образа. И трендовые очки, тоже оставлю ссылку на них в инфобоксе. Наверное, вы вспоминаете мое прошлое видео на канале, где мы с вами говорили про уличные тренды. Оставлю здесь где-то ссылочку на него. И вот так образ выглядит целиком. Я, конечно, рискнула и надела невысокий каблучок. Сегодня мне не надо будет много ходить, поэтому я надеюсь, что я выживу до конца дня. Но каблучок невысокий, достаточно широкий, так что думаю, что справлюсь. Мы с вами пришли к окончанию влога, и тут я поняла, что мы не съездили в Лиссабон. На самом деле я в Лиссабон ездила, но у меня почему-то микрофоны не работали. Но если вы оставите комментарий, если вы покажете, что вам видео понравилось, вот такой формат гибрид видео, то я, конечно же, буду снимать что-то подобное почаще, и в следующий раз мы с вами съездим в Лиссабон. Итак, сегодняшний аутфит. На мне вы видите широченные брюки Кос, просто потому что они максимально удобные, комфортные, летящие, в бутылочно-зеленом оттенке. И насыщенная сумка манго, насыщенного цвета сумка манго. Вы тоже ее видели в моем предыдущем видео, что купить на скидках. Совершенно копеечная покупка, но она такая детская, она такая приятная. По сути, это два аналоговых сочетания цвета, то есть бутылочный зеленый и насыщенный голубой. Это всего лишь голубой и зеленый, они рядышком находятся друг с другом в цветовом кругу. Значит, это аналоговое сочетание цветов, но они разнесены по светимостям. Это затемненный цвет, это яркий насыщенный цвет, поэтому они неплохо сочетаются. И футболка, которая в принте сочетает присутствие двух этих цветов. Ну, мелочь, согласитесь, приятно, когда есть какой-то объединяющий момент в образе. Очень удобно, очень комфортно, и, конечно же, сандалии те самые на резиновой широкой платформе, просто потому что в них удобно ходить, и мне не важно, что они не очень-то и вписываются сюда по стилю. Я жду ваши комментарии, очень надеюсь, что такое гибридное видео вам понравилось. Надеюсь, я вас отвлекла, развлекла, показала какую-то красивую картинку просто для того, чтобы поднять настроение. Пишите комментарии, а мы с вами увидимся в следующем видео. И я обещаю, конечно же, оно наконец-то будет про осеннюю моду. Всех обожаю, целую, пока-пока.